Кто ты? Пернатого, да. Все отлично. Только дверь мне не нравится, хотя дверь на что-то бы заменить. Их за ней это мокрый ус и гладкий гусь. Ну вы оцените, я же вам это ну, все строил. Хорошо. Ну это отлично. Как ладно, прекрасно. Не, знаете, мне еще кажется, будет сюда какую-нибудь вывеску такую классную. Так тут будет шериф написано. А, все, тогда и вот это, быстрый пальчик пошел как раз-таки за овечками. Сейчас, буквально пару минут, у меня надо еще два баннера сделать и... А нафига здесь сталагматиты? Иди зайди, посмотри, Экзанин. Так это хорошо выглядит. Иди зайди, посмотри. Ну, так это прям вообще... Сталактит! Каждый раз будешь сюда заходить и будешь на них натыкаться. Я это ударился об него. Ну так вот я об этом же. Эд, как нафиг кнопки делал? А, кнопки из камня делаются, господи. Эда, встань сюда. Встань сюда. Сюда? Да. Стой на месте. Сталагматиты! Затролил. Хорош. Не ожидал. Да. Сталагматит! Да господи, а вот на улице себя даже достал. Вот пан там где-то. Ха! Упал. Так, все. Здесь есть. А нафига я это строил, если это вы должны были себе построить, а? Ну, ты сам вызвался. А, ну вот. И еще и красиво получилось, мне нравится. Здесь еще надо будет люки добавить, здесь надо будет кнопки добавить для украшений. Шторы, жалюзи есть. В целом все хорошо. Вроде я ничего не забыл, да? Дикий Вантус, или как там тебе? Да, слушаю. Вопрос, как ты относишься к породе собак такса? Да хорошо, а что? Ну, такса. А? Ну, такса нужна, понимаешь? Да, такса хорошая. А, такса. Да. Такой, это чисто говорит такой. Ребят, всем пойду. Спасибо за запись, я пойду! Ого, рот! Не, пойду синий покормлю. Все, я принесла черный краситель. Позже. Да. А что такое черлф? Что? Черлф. Идите, ядрёнь ты, господи! Ты читать научись, а потом приходи со мной разговаривать. Ну, черлф. Шериф. Нет, шериф там написано. Я сейчас тупо стою. Господи, их просто кошмар как много. Слушай, у нас проблемы. Какие? У нас F разные. Ну перестащи мне свою эту. Так я свою и повесил. Да не, хорошо, пусть так будет, мне нравится. Ну, так твоя, да не, твоя не, плохая, моя так как раз таки нормальная. Сейчас. А по бокам надо еще красных флагов повешать? Нет. Да отвалите от меня! Господи. Она не красится больше. Ах ты, я сейчас сдохну. Все, отвалите. Снимите это, я сейчас переделаю, потому что херет бесполезный. Да сняли. Да не бесполезный. Ты ее сделал, ты ее выкинул. Я ее просто повесил. А нафига ты делаешь, красишь в этом красный? Если изначально красный баннер надо делать. Они тупо меня отдали. Отойди им поэтому. Слезла узкий глаз. Узкий глаз! Господи. Я тебя забаню, все. Я забыла, что я узкий глаз. Нифига себе! Как можно забыть, как тебя мама назвала? Как я спала! Так я тебя бужу, ты не бужишься. А я пожарный, меня чуть разбудишь. Как это связано? Ты как связано? Наоборот, а мне мама в детстве говорила, да ты как пожарный, тебя фиг разбудишь. Там не пожарный, там другое. Домер, 200 рублей, приду, привет. Фокс Би, 200 рублей, приду, тебе привет. Мой молодой человек привез сегодня твой мерч. 2 худи, 3 футболки, 2 чехла, наклейки. Сказал, что это не все, я счастлива. Да за такого и выйти не грех. Всем бы нафиг такого молодого человека. Всем женщин, всем девять, всем подписчикам моего стрима. Чтобы их молодой человек им... 2 худи, 3 футболки, 2 чехла и наклейки. Натах! Выходи за него, все это просто, это любовь. Выходи это за судьба. Него. Да. Нифига себе, этот золотой. Я тоже просто... хочу, чтобы мой молодой человек дарил мне такие вещи. Фу.
Запоминай быстрее, пальчик. А Сосун 200 рублей приду, привет. А можешь спросить у мокрого уса, будет ли он снимать новые ролики? Ну, спроси. Спросил только что. Нет, ты прочитал, да-да. У нас построение на территории. Понял. Казнить! Мокрый ус! Чё? Где? Нет, я ролики хлеб никогда отдай. Выпускать не буду, нет. Хлеб, я... хлеб отдай, хлеб какой отдай. Хлеб? Спасибо большое, играл у Бэши. Всё. Да. Всё? Всё сделали? Полностью готовый участок, X-Donio. Вау. Полностью. Фу. Фу. Он сказал фу. Кефтеме. Красота. По-другому не скажешь. Ты посмотри, какая красопетка у нас вышла. Я здесь сам жить буду. Ругаться. Не хочется барониться, а хочется сказать мяу, пацаны, мяу. По-другому не скажешь. Кефтеме. Что внутри надо будет обустроить, но мне прям второй нравится. Мне и второй этаж надо. Кто ее убьет, сам помрет от меня. Согласен, надо еще вторую, чтобы разводить. Нам нужна кожа. У нас библиотека будет в городе, чтобы книги приходить читать? Фуф, Натах, я тебе премию выпишу за этот дом, честное слово. Спасибо, спасибо. Я хотела сделать внизу что-то типа ресторанчика, чтобы к вам приходили гости, там у вас столики. Не, нафиг, нафиг мне гостей, мне дома кроме меня никого не нужно. Ну хорошо, а что тогда сделать? Появится у меня жена еще потом, буду вот жену водить. Но жена вряд ли Стасик, появится. Не-не-не-не. Эд, подожди! Что? Подожди, ты забыл кое-что посмотреть. Стой, что? Развернись. Зацени мои сапоги-скороходы. Хорошо, хорошо, побежала. Вот так, чтобы пробегать сразу же. Так, это бомжари нашей деревни. Вот мне интересно, у нас ни флозера нет, ни этого нет. Они, походу, реально, пацаны, обиделись. Все. Вот и закончилась война мокрого вандуза. Мы слили этого коврика. Он больше не хочет с нами воевать. Даже не приходит. У них здесь вроде японский стиль должен был быть. Все, ничего нет. Но что-то, по-моему, как-то Японии не пахнет. Японии здесь вообще не пахнет. Пахнет передяхами, потому что здесь Лавой Корби живет. Это единственное, чем здесь пахнет у них. Нормально. Не, ну хорошо, что вы с ним развелись, потому что, ну, я уже начал чувствовать, как тебя немного передяхами попахивало. Потому что ты с ним общаешься. Так что хорошо, хорошо то, что вы вот это разошлись. Слушай, ну вот у этих... Муфик! Муфик! Все, уснуло. Гиб-гибга уснула просто. Появится у меня жена еще потом. Да за такого и выйти не грех. 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 Да за такого и выйти не грех.